Это тоже один из компонентов, увы, эстрадного пения, потому что невладение микрофоном чревато для того, чтобы мы слушателя можем где-то травмировать его слуховой аппарат, потому что какие-то громкие или нужно от музыки какие-то, допустим, сейчас мы будем работать над другим произведением, там другая будет позиция, другие, как говорится, приоритеты этой песни, там нужно уже обязательно владеть микрофоном. Мы потихонечку переходим. Вторая песня. Мы специально, я думаю, будет уместно показать итальянскую песню. Сейчас мы будем украинскую песню показывать, «Дівчина весна», для того, чтобы показать... В этой песне у нас такая была манера исполнения, теперь украинская песня. Но вы прекрасно знаете, чем украинская песня отличается от других народов. Света, вот видишь, она уже улыбается, наверняка знает. Чем? Вот как с твоей точки зрения? Ну, здесь совершенно другой характер. Так. Это, думаю, вы говорите, ух, правильно. Такой задористый звукоизвлечение, подача звука где-то уже даже другая. Да? А, они что думают, походу? Я думаю, что должна быть более атака. Серьезная атака, правильно. Я думаю, что ты, наверное, подразумевала под атакой твердой. Это естественно, какие бы ни были украинские песни, так уже сложилось, что в эстраде, как правило, в песнях есть национальные какие-то мотивы. Тут никуда не... Я уже анализировал эту украинскую песню. Всегда где-нибудь обязательно появится какой-то мелодический штрих. Или, например, та же, вот правильно, твердая «Эгей! Эгей!» с грудным таким где-то, понимаете как? И прекрасно понимаю, что еще одна особенность украинской песни – это музыкальность. Очень музыкальный народ и очень музыкальные песни. Вот давайте попробуем перестроиться и сделать вот эту музыкальность в вашем исполнении. Я думаю, будет очень уместно, если я подпою еще. Потому что, ну как украинская песня без мужского голоса? И что удивительно, должна же быть какая-то эстетика. Ведь у них, вы же знаете, как они любят петь про кохание. Yeah.
Давайте попробуем с движениями. Попробуем с движениями. Я прекрасно понимаю, что это очень сложно совмещать, но тем не менее песня, она тогда будет хороша, когда это будет маленький музыкальный спектакль. Попробуем. Вам слышно? Или можно добавить, потому что я прекрасно понимаю, но тем не менее надо добавлять, вот та пошла высокая позиция, обязательно все на улыбке, и добавьте, пожалуйста, дикции. Не хватает немножко дикции, потому что ревер, как правило, он свое дело делает. А без ревера нельзя в эстраде. Так что попробуйте немножко чуть-чуть поизящнее. Поутрируйте это. Ну, в пределах. Так, с движениями. Ну вот потихоньку чувствуете, как у вас появляется, как кровь разыгрывается. А вот понимаете, это к тому, что на сцене думает, просто вышел, спел. Для того, чтобы не просто спеть, нужно обязательно из себя все отдавать. Тогда это зритель видит, чувствует. И самое главное, не стесняться. Надо обязательно все отдавать. Особенно надо гласные, чтобы звучали. Ди-ди-ди-ди. Выдавайте вперед. Это будет ярко, это будет самое главное. И что интересно, на это очень реагируют. Если вы правильно будете владеть дыханием, если вы будете правильными владеть какими-то приемами вокальными, это четко. Зритель ведь не понимает.
он просто это улавливает и выражает свое или в виде хлопков, или каких-то выкриков. Даже если публика интеллигентна, она просто вам скажет «Браво!». Так что вот на этой позиции, на этом пути мы правильно идем. Можно, конечно, в концерте, когда будет зритель, это еще ярче делать. Это будет более четкая дикция, более четкие обязательно движения. Красиво, с гордой осанкой, вы понимаете. Ну что ж, а теперь мы сделаем еще один музыкальный подарок для наших зрителей, для тех, кто нас смотрит. Немецкая песня с кавер-переводом. Давайте вместе мечте поможем. Чем она интересна, эта песня? Здесь немножко присутствует... Давайте мы сейчас поем, а потом посмотрим, что бы хотелось, и что получается, что не получается. Криком тревожный уносящийся прочь, слабым костром дождливую ночь, сном осторожным умирающим днем, чувствую я себя. И закрываю ночью глаза, часто о жизни думаю я. Нет, мне не надо дом золотых, хочу, чтоб была. Вот видите, какая даже двойная кода здесь присутствует. Ну, как правило, это произведение естественное. Идет или в начале концерта. Я специально сделал вторую коду для того, чтобы как бы была интересная атмосфера. Но здесь на что надо обратить внимание? Это совершенно отличается от первого номера и второго номера. Здесь... В этом номере, конечно, присутствует целый букет вокальных приемов. Здесь можно, с моей точки зрения, и где-то спеть субтоном, и где-то подхрипнуть. Если вы, например, будете обращать внимание, мы специально сейчас первый куплет споем, для того, чтобы обратить именно на какие-то вокальные приемы. Здесь важно, чтобы звук был ровный. В припеве обязательно должна присутствовать хорошая вокальная аранжировка. Когда особенно три голоса идет, надо обязательно слушать. При всей нашей музыкальной каких-то изысканности, я делаю обязательно какие-то акценты там, на каких-то словах, это нужно делать, потому что давайте вместе мечте поможем. Уже сказано, что надо обратить внимание на эти слова. Вот давайте попробуем, по крайней мере, идти за мной, что я буду делать в первом куплете. Ну, девочки хорошо идут, но мы можем еще это ярче делать. Вы сейчас продемонстрируйте для наших уважаемых коллег.
Направлении можно эту песню вынести на суд наших зрителей. Тем более песня немецкая, что удивительно, она считается народной, но тем не менее наша аранжировка, будем так говорить, моя аранжировка, она дала возможность по-новому взглянуть на этот номер. И естественно, те слова, которые поются в припеве, при нашем исполнении они будут подниматься, и, я думаю, равнодушных в зале никого не оставит. И сейчас мы покажем еще один музыкальный номер. Он опять же будет отличаться уже от предыдущих тем, что другая стилистика, какие-то другие ритмы. Мы очень любим латиноамериканские ритмы, потому что вообще, с моей точки зрения, латиноамериканские исполнители очень хорошие певцы. По той простой причине, потому что они все это передают все зрителю. Это и пластика. И они великолепно двигаются. Что удивительно, они прекрасно владеют вокальными приемами. Тут вся палитра от всех приемов, начиная и штроббас, и йодель, они присутствуют, и мелизматику, потому что это особая тема, это особый мастер-класс по мелизматике, потому что те опевания, которые они делают, это только честь и хвала этим исполнителям. Мы попробуем показать советский номер, написанный Андреем Петровым, «Эй, моряк». Да, и сразу я хотел бы настроить. Мы, конечно, сейчас мы исполним, но я думаю, что очень сложно перестроиться. Но, тем не менее, мне кажется, что мы сейчас поймем сразу, как войти в этот номер. Если как-то не будет получаться, я остановлю. И давайте, наверное, двигаться сразу, девочки. Номер надо двигать, потому что он будет интересен.
тебя видно все равно. Вы знаете, я не хотел останавливать этот номер. Мне бы хотелось вначале как можно лучше дикцию. Как можно. И с воздухом, с воздухом. Вот это вот та гитара, позиция субтоновая, она должна. А припев в какой манере? Какая она ближе? Какой манере? Ну, ближе, ближе. Нет, к народной, к народной. Хей! Обязательно грудь. Вот она должна посылаться. И на себя звук, тогда он будет звучать. Видите, как сразу сращивается и народная манера пения, и ту же субтоновая. Вот надо, давайте мы первый куплет сейчас сделаем, немножко поярче. Особенно здесь надо поработать с микрофоном. Здесь есть опасность, что когда мы начинаем с субтоном все, надо четко попадать в ноты. Если мы не будем попадать в ноты, вы знаете, там идет дробежечка такая, речитативная, я бы даже сказал,